Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла, на ней что-то прицеплено. Хорошо. Зачищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Екатерину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Екатерины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Посмотри, что там на ней висит. Я не знаю, как это называть, как большие прищепки на руках и на ногах. Хорошо. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она говорит, мне больно, снимите. Я даю команду. На счет 3 все эти прищепки в автоматическом режиме отключаются. 1, 2, 3. Вся эта конструкция выходит полностью, включая внутренний белый свет Екатерины. Она выдавливает это все. Эта конструкция отправляется в клетку-тюрьму. Она большая. Спирали какие-то внутри у нее. Завод какой-то. Она говорит, эта конструкция сводит меня с ума. Я готова. Даю согласие. Конструкция в клетке. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Екатерины, под ногами. Тонких тел Екатерины находит все. Не знаю, над головой еще белая воронка. И белая воронка над головой, сила моего намерения, летит в клетку тюрьмы. Екатерина, вы хотите наказать ответственных за тех, кто вам такую боль причинил? Она говорит, я хочу увидеть, кто это. Сейчас увидим. И за что они меня... Хорошо. Сейчас мы спросим. Мучили. Так, кто у нас там, Вера? Арахноид. Снимаются все маски и голограммы сущности, предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Или кто-то мимикрирует, скажи мне сразу. Рептилоид. Грей. Сколько греев? 3. 3 грея. Хорошо, дальше. Дальше. Инкуб. Кто-то воздействует на тебя? Нет, я на грея просто смотрю, там робот. Я знаю. Хорошо, инкуб. И в ногах кто? Бес. Какой бес? 8, притих. Правильно делаешь, что притих. Я сегодня все буду разбираться и все узнаю, что ты сделала. Еще кто-то есть, Вера? Нет. Хорошо, рептилоид с греями. Но я смотрю, вы садисты. Вы реально садисты. Норму выполняем. Норму выполняете? И человек испытывает боли из-за твоей нормы? Ты это хотел сказать? Энергии не хватает нам. Хорошо, я тебе сейчас дам столько энергии, тебе мало не покажется. Рептилоид получает удар 200 тысяч герц. 1, 2, 3. Три грея получает удары по 100 тысяч герц. Удары. Ну, рептилоид, он отлетел к стене. Это еще ничего, это начало. Сегодня будет разговор более серьезный, когда я узнаю, сколько вы энергии отсасывали, как долго. Посмотрим, из троих вы... один робот, ты его вывел из строя. Ну, бывает. Значит, стало 2 робота. Понятно. Хорошо, Грей, готовы сегодня получить всю боль назад, которую вы причиняли своими экспериментами этому человеку? А он говорит, нам-то за что это рептилоид все придумал. А кто устанавливал все это? Все энергии ему идут. Кто устанавливал это все? Мы устанавливали. Ну вот. Тут не делай из себя невинную овечку. Хорошо, начинаем с реверса. Буду задавать после этого вопросы всем. Все, кто будет меня обманывать, или они будут рассказывать, или кооперировать, будут наказаны сразу. Они не поняли про овечку. Не поняли про овечку? Нет, переглядываются. Могу превратить вас в овечку. Хочешь овечкой стать? Итак, я даю команду. Ну и хорошо. Я даю команду тонкой копии Екатерины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным пациентам, а также к конструкции белой воронки. Каналы выстраиваются, ответственные каналы, ответственные за чужеродную негативные и патогенные энергии, низкие вибрационные энергии в ее биополе. Все каналы выстроились. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение по этим каналам. Все чужеродные патогенные низкие вибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Екатерине. Считай цифру рептилоида над головой. Подожди, Влад. Это да. Белая воронка, выстроить от нее еще канал. Хорошо, выстраиваю канал от этой белой воронки. 1, 2, 3, притягивай ответственность за эту белую воронку в клетку, тюрьму. 1, 2, 3, стоит в клетке. Трудно, как притягивается. И сила моего намерения, сущность, стоит в клетке. Это ящер.
И снимает... агрессивный. Ой, я тебя обожаю таких. Влад, ты знаешь его тонкое место. Просканируй, сожги его защиту и дай ему мощнейший удар, чтобы отлетел в другой угол клетки. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел процесс. Что-то бежит, как резанный. Правильно делает. Считай цифры, пока у него над головой, пока его лупит. Очень недовольный. 825. Так это еще разве недовольный? Ящер открывается перед ящером, перед его клеткой, портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Сущность, ты готова туда уходить? Я тебя спрашиваю сразу. У него звуки такие, как визги выходят. Давай закроем портал. 1, 2, 3. Закрывая портал. Влад, ты снял с него защиту? Да, снял. Отлично. Дай ему теперь удар в горло, так чтобы он отлетел в другой угол клетки. Удар. Не убивай. Он такой жирный, он на всю клетку, ему отлетать некуда. Понятно. Хорошо, сущность. Сегодня будет тебе весело. Хрипит здесь. Он от удара. А как она хрипела от твоей воронки, а, паразит? Грей, почему вы мне не сказали, что еще есть один ответственный? Вы работали с сообщением? Они только за себя отвечают. Хорошо. Вы работали вместе с ящером? Нет. Рептилоид работал с ящером? Рептилоид с Греями работали. У них своя конструкция подкачки энергии. Я понимаю, они не связаны между собой? Нет. Хорошо, отлично. Выстраивай канал к ящеру 1, 2, 3 и даю команду тонкой копии Екатерины сделать откат всех негативных программ, всю чужеродную негативную патогенную энергию, которая находится в ее биополе на частоте ящера и этой воронки. Со всеми энергиями. Мощнейший поток пошел на счет 3. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Возвращаем этой сущности все назад. Давай еще ящера проверим. Выстраиваю каналы от ящера, если он еще с кем-то связан. Притягиваю всех в клетку, тюрьму. Да, будет так. У него звуки такие, как у динозавра. То визжит, то вот такие грубые какие-то крики. Так, закрой свой рот, ящер, и не ори мне здесь в комнате. Никто не притягивается больше. Хорошо, хорошо. Значит, будет одним ответственным. Будет за все отвечать сам. Что пошло к нему? И посмотри реверс у других. Грязь от нее выходит. Она говорит, я даже не знала, что у меня столько патогенных энергий. Привыкла уже как за своих принимать. Вот вы хотели на них посмотреть, вот они все и стоят. Ящер, бес 8-герцовый, инкуб. Два грея, один лежит, один рептилоид, арахноид, одна белая воронка ящера и конструкция рептилоида и греев. Вот столько находилось у вас, можете себе представить, сколько вам оставалось энергии. Ждем окончания реверса. Она говорит, я рада, что я здесь. Надеюсь, моя жизнь изменится в чистке. 100%. Это зависит еще от вас, как вы будете активно еще работать над своей осознанностью. Ибо в осознанные души они редко заходят, но все равно заходят, мерятся силами. Вам надо развивать заправки энергиями. Если хотите больше о себе узнать, закажите встречу с куратором. Он вам все расскажет, все, что вас интересует по вашему развитию. Что у нас там, Вера? Так много идет? Да, она говорит, я буду работать над собой, раз я уже здесь. Реверс закончился. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Екатерина забирает те энергии, божественные чистые энергии, которые ей принадлежат по праву. 1, 2, 3. Пошел мощный поток назад. Забираем все по праву. Посмотри, кто воровал потом от ящера и конструкции. Вернее, белой воронки идет. Ее энергии родные возвращаются от белой. Хорошо. Воронки. Понятно. Ну, значит, одним все ящером... Все остальные по чакрам били. Сейчас конструкцию посмотрю. Чуть громче говори, Вера, ты затихаешь как-то. Бес, сколько ты находился в биополе? Подожди, от конструкции возвращаются биоматериалы. Ах, вот как. Значит, Грей с рептилоидом воровали биоматериал человека? Все воровали. Отлично. Все, что могли отсосать. Хорошо. Рептилоид получает удар 200 тысяч герц. Биоматериал, это уже серьезно. И в игре полностью виновны в этой всей ситуации. Я вот сейчас сижу и думаю, может мне притянуть вашу тарелку, где вы все лежите. Они у нее в квартире, у нее стоят платы, и через эту конструкцию они все собирали платы и все дальше. Они сейчас там находятся? Да, конструкции находятся. Закончился реверс. У нас сегодня Екатерина... Да, я посмотрю. А, ну да, мы сегодня как раз ее квартиру чистим. Хорошо.
Там, в принципе, рептилоид не нужен будет за эту кражу биоматериала. Я его сегодня отдам в межгалактическую полицию, как преступника, вместе с ящером. Он решил, что ты его убить хочешь. Хорошо, поехали дальше. Итак, мы все забрали, Вера? Посмотри, пожалуйста. Ну, мы все вернули. Хорошо, отлично. Так, Бес, сколько ты находился в этом биополе? 3 месяца. Где ты зашел? В квартире? В квартире. Из портала? Из портала. Твои комочки, одеялки есть в квартире? Да, есть. Значит, ты есть в квартире. Кто еще есть в квартире из присутствующих, спрашиваю? Арахноид. Арахноид. Понятно. Грей, вы тоже там присутствуете, да? Да. Рептилоид, Грей, Арахноид и Бес. Хорошо. Всех записал. Тогда начнем с процедуры вытаскивания этого всего. Выходи, Арахноид, вытаскивай все, что ты оставил, всю паутину. Ничего не забывай, все свои колючки вытаскивай. Возвращайся в клетку тюрьмы и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет в биополе или обманет нас, он просто по каналам может сгореть. Я предупреждаю вас. Как долго ты находился, Арахноид, в биополе? 1 год и 2 месяца. Он все собрал. Грей, выходите, вытаскивайте, отключайте. Что у вас там еще есть? Ничего не забывайте, аккуратно вытаскивайте. Приступайте. Сколько вы находились, Грей, в биополе? 3 года. Капы соединили все. Они все вытащили. Хорошо. Так, инкуб, сколько ты находился в биополе? 4 месяца. Хорошо, выходи, инкуб, снимай все свои. Все, что ты оставил, ошейники, корсеты, ленточки. Все снял. Хорошо, Бес, скажи мне, есть лярвы в биополе? На ногах есть. Давай сначала выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Как вытащишь, доложи мне о готовности, и я тогда отдам тебе эти лярвы. Хочешь их? Мне нужны они. Давай, выходи. Вытаскивай сначала все, что ты оставил. Битва у меня была, раненая. А с кем ты бился? Лярвы помогут в восстановлении. А с кем ты бился, расскажи мне. С космическим? Не, не пересекаемся мы с космическим. С демоном или с бесом? Защищал территорию? Не поделили кое-что. Пришлось мне через портал. Понятно. Разочиться. Это... Хорошо. Первый попавшийся. Понял, уголок. Поэтому... Да. 3 месяца и сидел. А с кем ты, с демоном поругался или с бесом? Да, бесом другим. Ну, ты сам 8-герцовый. Может, он 9-герцовый был, наверное, да? Чуть больше тебя. Силы-то у тебя тоже достаточно. А что он снимает, Вера, посмотри. У него на руках ленты, дергал он за них. Да? Внизу в ногах. Он просто спал, там энергии мало было. Он дергал ее за руки, чтобы она суетилась. Суетилась, понятно. Это суета была. Хорошо. Забрал. Хорошо, Бес, разрешаю тебе забрать все лярвы. Ничего не забывай, приступай. Он говорит, что у него ноги гудят. От его подключки? От лярв накопившихся. Он говорит, грязь не умеет она скидывать. Все вот на подошвах и остается. Это верно. Замечание. Всю грязь надо скидывать, иначе она прилипает. Да я и смотрю, с таким воздействием, по идее, тебе должно и вниз было стекать прилично там, не, Бес? Наверх воронка все забирала. А, ну хорошо, мы этого сегодня с воронкой. Отдельный разговор будет. Хорошо. Готов. Отлично, хорошо. И я еще раз, хоть я и конструкцию вывел, я даю команду, если что-то, вот ящера находится в биополе Екатерины, подсвечивается ярко-красным цветом. 1, 2, 3. Нет, конкретно от ящера. Вот от этой воронки у него как спускается ниже, такие как невидимая накидка ниже идет. Вот прозрачная. Как. Хорошо, включая внутренний белосвет Екатерине. 1, 2, 3. На счет 3 Екатерина выдавливает из себя. 3, 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Все выдавливается, формируется в шар. Готово. Открываю. Большой шар? Как мячик. Вышли эти полоски? Да, вышли. Открывается под шаром портал галактической дрожь. Шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Так, Бес, скажи мне, ты в квартире один? Или есть там еще кто-то, кроме тебя? Не понял. Я имею в виду, черт, демон есть? Или ты там нет, хозяин? Нет, один я.
Понятно. Почему? Потому что я буду собирать там негатив в этой квартире. Если хочешь, я тебе могу его отдать или я его уничтожу, как ты хочешь. Отдай. Хорошо, отдам тебе, я тебя отправлю сейчас в квартиру. Собери пока все свои одеялки, комочки. Это касается и греев. Греи, вы тоже сейчас уйдете. Рептилоид здесь останется. И арахноид. Вы все втроем сейчас уйдете в этот портал. И вчетвером. Соберете все. Я приду через 20 минут. Сделаю проверку. Открою вам портал на вашу чистоту. И вы уйдете на свою чистоту после этого. Все понятно? Да. Открывается против часовой стрелки портал в квартиру. Екатерина, 1, 2, 3. Туда уходит бес. За ним уходят два грея. Робот остается. И арахноид. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Эти ушли. Буду инкуба отпускать. Инкуб, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, у нас должны были остаться конструкция, белая воронка, рептилоид и ящер, правильно? Да. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушает. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, ящер 826 с белой воронкой. Очень много забирал. И рептилоид, который воровал биоматериал с конструкции. И два грея там еще есть. Я их отправил пока собирать в квартире. Ящер какой красавчик. Его мы заберем вместе с воронкой. А че он такой толстый? Он еле в клетку там влез. Нажрался. А, ну вот, понятно. Хорошо, с белой воронкой ты его забираешь. Что мне делать с этим рептилоидом, который биоматериал воровал? Там очень много пошло назад. Я его специально оставил. Рептилоида забираем, а конструкцию уничтожаем. Хорошо. Открывается под конструкцией рептилоида портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Конструкция уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Благодарю тебя. Всех забрали. Готово. Переходим к закачке энергиями, вибрациями. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Екатерине и какая частота вибрации максимально комфортная. 380 и 27. На счет 3 макушку головы Екатерины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота ее вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Она говорит, какие потоки прекрасные наполняют меня. Вы это готово. Вы это можете на Земле делать. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Переходим к процессу активации, идентификации. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она ангел, но боится открыть крылья. А почему боится? Не знает, кто она, да? Не верит до конца. А, хорошо, но крылья не откроются, если человек не верит в себя. Поэтому мы и говорили о осознанности, у осознанных душ, ангельских душ, крылья открываются. Они здесь как слипли сзади у нее. Она пытается шевелить их, но они не отделяются. Угу. Мы можем как-то помочь ей? Да нет, она должна сама справиться, дай время. Хорошо, поехали дальше. Переходим к защите. Готово. Хорошо, Екатерина, мы закончили вашу чистку. Сейчас мы будем переходить к чистке квартиры. Как вы себя чувствуете после чистки? Я как заново родилась. Только много информации мне надо переосмыслить. Безусловно, конечно. Это время у вас есть. Хорошо, будем возвращать Екатерину и сразу приступим после этого к чистке ее квартиры. И возвращаем на счет 3 Екатерину в систему биоробот-душа. 1, 2, 3. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Екатерины и переносись к ее входной двери. 1, 2, 3. Ты стоишь перед входной дверью. Да, я здесь. Входная дверь у нее портал.
Входная дверь, портал. Хорошо. Клетка установилась. Хорошо. Значит, у нас там находится арахноид, два грея, бес. Джин. Джин, хорошо. Воронка. Одна, да? Да. Под воронкой открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Неупокоенная душа у нас здесь еще есть. Неупокоенная душа есть, хорошо. Еще кто? Все. Хорошо. Считай цифру у Джина над головой. 3044. 3044. Значит, ты у нас синий еще, да? Не золотой. Да. Хорошо, Джин. Давно здесь? С какой вещью пришел? Он показывает на фиолетовую что-то. Штора. Шторка какая-то. А, с этой шторой пришел фиолетовый, да? Нравится она ему. За ней он сидит. Ладно, хорошо, я пока разберусь с другими. Арахноид, ты все собрал свое? Ничего не забыл? Все снял, да. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывает, больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так, Грей, вы знаете, где ваш рептилоид уже находится? Уже считали информацию? Знает. Понятно. Я не буду вас туда отправлять. Я вас отправлю сегодня первый раз на вашу частоту. Они все сняли. Хорошо, не участвуйте больше в экспериментах, где происходит такой беспредел. Это был беспредел с этой конструкцией, отсосом всех этих энергий. У меня контракт был. Я понимаю, этого контракта больше нет. Все. Готовы уходить? Да. А чего вы мне сразу не сказали за контракт, Грей? Рептилоид должен был сказать, не мы. А, ну тоже верно, согласен. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев. 1, 2, 3. И Грей уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Вера, а у нас там третий еще в комнате лежит робот? Или он с ними ушел? Робота нет здесь. Значит, он в комнате лежит. Я же его вырубил, по-моему, там, да? Но он болтается, они же в тарелке все. Они все в тарелке сидят. Все втроем, да? Угу. А, ну все, значит, забрали его. Отлично, хорошо. Все, летите. Поехали дальше. У нас, значит, арахноид ушел, Грей ушли, остался бес с Джином. С бесом мне надо еще решить вопросы. Джин, давай, рассказывай свою историю. Грустная у меня история. Да, я еще ни одного Джина не видел, у которого не грустная история. Вот честно тебе скажу. Не любят нас, а мы желания исполняем. А что вы берете за эти желания? И на сколько веков вы это забираете потом у человека? Ты это не рассказываешь? Скажи мне, Джин, у меня один вопрос есть. Вот реально существуют на Земле люди, которые отец был Джин, а мать человек. Есть такое или нет? Гибриды есть какие-то такие, находящиеся из ваших энергий и земных душ? Не понимает, как можно пыль с биороботом скрестить. Вот и я не понимаю. Дело в том, что я просто смотрел недавно фильм про Джина, и там написано было, что Джины имеют волосатые ноги, в этом фильме было, и иногда они могли жениться или удовлетворять земных женщин и рождались дети. Да, это было очень давно. Так это было? Это действительно было? Это было тогда, когда были тонкие границы между миром Земли и тонкими мирами, когда мы жили на Земле наравне с людьми, все знали про нас. Никто не смотрел на нас, как на сказочных героев, которых не существует. Мы были в легальном положении, так же, как и все остальные, например, гиганты. Гигантов я слышал, что они были. И насколько я знаю, это было вроде не так давно в нашем летоисчислении. Ты жил уже тогда, в те времена? Нет, не жил. Значит, это было до тебя. Значит, это, скорее всего, несколько тысяч лет. Это история Джина. Ну, нет, все равно интересно. Я благодарю за эту информацию. Хорошо, Джин, давай. Я имею в виду, я не жил, но по истории Джинов я это знаю.
ты обучался в своей школе и знаешь историю джиннов. Понятно, хорошо. А почему эти времена закончились, если вы жили все мирно? Материальную сторону приняло человечество. Понятно. И с того момента стали развивать оружие из всего, что добывали и находили. Сказка и чудеса ушли из жизни. Тонкий мир. И стало совсем неинтересно. Хорошо, Джин, благодарю тебя за это повествование. Давай теперь, я не собираюсь тебя задерживать, у тебя еще эта пыль в квартире. Собери, пожалуйста, выходи, собери все свои пыль синюю и собери, если у тебя там остались где-то свои примочки, подключки. Спиральки. Спиральки, да, собери их, пожалуйста. Я буду тебя отпускать на твою чистоту. Готово. А что ты говоришь, что ты печальный такой? Что, ты мало заработал монет? Хочешь, я тебя отправлю в казино в Лас-Вегас, там, где звон этих монет? Или какие-нибудь арабские эмираты? Нет, я хочу на свою чистоту. Хорошо, Джин, так и сделаем. Если ты все забрал, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Он ушел, но перед этим сказал, что вы не понимаете, мы можем заряжаться своей энергией только на своей чистоте. Это верно, да, так и есть. Хорошо, у нас осталась неупокоенная душа и бес. Тогда мы сейчас с бесом сейчас разберемся. Бес, давай пройдемся по квартире. Ты все свое собрал? Все, что ты раскидал, да? Собрал. Хорошо, покажи мне, пожалуйста, открытые порталы в этой квартире, и после этого я соберу весь негатив. Приступай. На балконе потолок. Там была у нас еще входная дверь и балкон, потолок, да? И под потолком на балконе открывается внизу портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала засасывает, все наночастицы засасываются. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Ванная комната с левой стороны, где бойлер. Хорошо. Стена. Вся стена левая, там, где бойлер внизу открывается, портал в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, пошли дальше. Входная дверь. И под входной дверью внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает туда этот портал, фантом портала засасывается, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Шкаф. У нее шкаф зеркальный рядом, вот он волнуется. Шкаф, значит, скоро откроется, там зеркало есть. Под шкафом внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывается туда этот портал, фантом портала и все наночастицы. Все уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Все? Хорошо, переносимся, идем все к клетке, я даю Что? Все. Все, хорошо, я даю команду на счет 3. Вибрационная энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Готово. Отлично. Хорошо. Под космическим открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Этот большой шар? Космический больше. Космический был больше. Хорошо. Бес забираешь? Конечно. Жду, отправляю бесу, как и обещал. Почти все ранки залечил свои. Ну и отлично. Буду тебя отпускать на твою чистоту. Готов? Готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, у нас осталась одна неупокоенная душа, да? Да. Хорошо, я приветствую неупокоенную душу, спрашиваю, как мне обращаться к ней, как ее зовут, его? Анна. Анна. Анна, вы пришли, чтобы мы открыли вам портал? Один день вас жду. Хорошо, вы где-то узнали то, что мы открываем порталы, да? Я спешила. Вы успели. Хорошо. Вы давно ушли из земной жизни? 40 лет уже. 40 лет. А чего же вы так долго находились здесь? Нелегко найти открытые порталы. А сразу не открылся портал? Дела у меня здесь были. Ну вот. Недоделанные. Вы их доделали, все решили?
Нет, глупо это. Ушел, надо уходить. Абсолютно верно, я только хотел сказать. Ладно, Анна, я не буду задерживать вас. Вы пришли, что мы открыли вам светлый портал в чистилище. Я сейчас вам его открою. И я даю команду, значит, открывается портал в чистилище, светлый портал. И мы желаем Анне всего наилучшего в новой жизни. И Анна уходит в этот портал, ее встречает все друзья, все родственники. Куратор встречает всех, кто ее знали на Земле. Мы желаем ей всего наилучшего. Это бабушка, она не успела завещание написать тому, кому хотела. Из-за наследства осталось. А уже ничего не может подписать и сделать. Все. Кричала, показывала, кому хочет, но все бесполезно было, никто не видел. Ну, конечно. Готово. Закрывай, печатывай, растворяй. Нет. Хорошо. Поехали тогда. Клетка у нас пустая сейчас, можно посмотри, пожалуйста. Можно ее убирать. Открывая по ней портал в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Переходим к чистке дома. И я даю команду на счет три. Есть. Хорошо, мы закончили здесь. Да. Переносимся к входной двери. Отключаемся от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Я здесь.